Уже в 72-й раз лыжная эстафета на призы газеты «Омская правда» объединила поклонников спорта и активного образа жизни. Поприветствовать участников приехал уроженец Омска, мастер спорта международного класса Советского Союза, создатель бренда КВ+, Тауф Хамитов и главный редактор «Омской правды» Андрей Мотовилов. «Омская правда» – это самое, наверное, старое или одно из самых старых соревнований, которые проводились в Омске и в Омской области. Традиционные соревнования. Я был еще когда пацаном, нас привозили из Московки сюда, чтобы посмотреть, как бегут самые сильные лыжники города Омска. Потом, когда уже подрос и сам участвовал, потом, понятно, в связи с тем, что карьера продвигалась вперед и попадал в команды более серьезные, в сборную команду СССР. И здесь не получалось бежать, потому что параллельно у нас проходила красногорская гонка, и надо было участвовать на отборах в Москве. Сегодня мне бы было интересно просто посмотреть, в каком состоянии находится омский лыжный спорт, то есть движение само, как энтузиазм людей. Несмотря на свой почетный возраст, этот турнир не перестает удивлять чем-то новым. На этот раз новшеством стала семейная эстафета, поучаствовать в которой собрались лыжники из разных районов Омской области. Вконтакте узнали о том, что проводятся семейные старты. Ну и мы ходим, конечно же, занимаемся. Мы вообще с Калачинска. Ну и решили принять участие, покататься. Впервые участвуем, попробуем себя. Ну, интересно, все равно должно для семьи это развиваться. Семьи должны как-то, не знаю, заниматься вместе лыжами, детей подтягивать тем самым. Да? Если родители не будут показывать своим примером, что есть такой спорт, вид спорта, соответственно, дети не пойдут никуда. По итогам этого старта в категории семей с девочками лучшими стали Юрий, Надежда и Александр Дараевы из Одесского района. А среди семей с мальчиками первое место заняла семья Наконечных из Омска. Мы неоднократные участники семейных всяких гонок там, за район уже на протяжении 5 лет выступаем. На всероссийских соревнованиях были. Ну, классно. Организация вообще это. Ну, таких вот семейных стартов сейчас так это популяризируется, и поэтому это здорово. Всей семьей участвовать нужно для того, чтобы прививать к детям, именно принимать участие в спорте, заниматься спортом, любить спорт. Для себя получать адреналин. Сначала я думала, что мы придем вторыми, потому что трасса, она не совсем такая, ну, она рыхлая. Но оказывается, все прошло хорошо, и у нас первое место, можно сказать. Основная борьба за награды по традиции развернулась среди взрослых лыжников. Участницы женских команд преодолевали по 3 километра, а мужчинам предстояло пройти по 5. В итоге победный дубль удалось оформить спортсменам СКЦ «Авангард». Эстафета – это командная работа, и здесь нужно грамотно расставить по этапам, чтобы не проиграть на первом, и чтобы последний этап тоже хорошо выступил, чтобы хватило полностью на всю гонку. Скорее всего, третий этап был самый сложный, потому что пришлось догонять очень много. Разрыв большой был среди, от первой команды. Мне дался этап тяжело, потому что тоже пришлось убегать. Мы справились.
снег внес свои коррективы, то есть трасса стала мягкая. И на равнине очень тяжело убежать, и три этапа шли вместе, не могли убежать. И на четвертом этапе все решалось. Силы не надо было экономить.